Синод Русской Православной Церкви призвал руководство стран исторической Руси сделать день ее крещения государственным праздником, а по возможности и выходным днем. Памятуя об исключительной важности крещения Руси для истории стран канонической ответственности Русской Православной Церкви, призвать руководство тех стран, где такое решение еще не принято, придать дню крещения Руси статус государственного праздника, а где это возможно, и выходного дня. Говорится в определении Синода, заседание которого прошло в субботу в Киеве, где в эти дни проходят юбилейные торжества. Празднуя 1025-летие крещения Руси, мы не только смотрим в прошлое, мы устремляемся в будущее. Наше понимание истории – это фактор, который во многом способен определить наше будущее. И я сегодня, и вчера, и все эти дни молился и молюсь, чтобы Господь преклонил милость свою к исторической Руси, к странам ее составляющим, к народу России. И верю, что эта милость Божья поможет нам строить мирную, процветающую жизнь.